Юные конькобежцы страны опробовали йошкар-олинский лед. В республике Мариэл продолжаются хоккейные соревнования. В выходные – соревнования сельских спортсменов. Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион-12». Бегом по овалу. В Йошкар-Оле в Ледовом дворце Мариэл состоялось первенство России по шорт-треку среди юношей и девушек детского и младшего возраста. Спортсмены определили сильнейших в возрастных категориях 11-13 лет и 9-11 лет. Состязались ребята на разных дистанциях. В соревнованиях приняли участие 15 команд, в том числе и конькобежцы из Мариэл. Они показали неплохие результаты. Так, среди мальчиков детского возраста 24-е место занял Денис Смирнов. Среди девочек Диана Мамаева, ставшая 17-й. В возрастной категории юношей младшего возраста Александр Шимаев занял 17-е место. Среди девушек Анна Халтурина – 29-е место. Хоккейный сезон в разгаре. В ледовых дворцах, на открытых площадках и катках республики продолжаются соревнования по хоккею. Так, в чемпионате Мариэл закончился первый круг. По результатам его бессменный лидер «Волжская ряда», набрав 15 очков, занимает промежуточное первое место. На второй строчке таблицы – йошкар-олинский «Спартак». Третьими идут хоккеисты еще одной столичной команды «ХК-2009». Также прошли очередные матчи регионального этапа чемпионата ночной хоккейной лиги. В последнем туре йошкар-олинская «Дружба» уступила «Волжской ряде» со счетом 1-3, а «Волная» с Космодемьянска сыграла в ничью со столичным «Акпарсом» 5-5. После трех туров лидирует ряда 9 очков. У «Йошкар-Олинской дружбы» 6 очков, «Восход» из Красногорского набрал 3 очка. В разгаре и детско-юношеские соревнования. В очередном туре первенства Приволжья юные йошкар-олинские хоккеисты уступили сверстникам из нижегородского «Торпеда» 1-3 и 2-9. Перед очередным туром «Спартак-2001» на 9-м месте из 10. Поправить турнирное положение наши парни смогут уже в эти выходные. На арене Ледового дворца «Мариэл» красно-белые будут принимать игроков альметьевского «Нефтяника». Свои домашние игры проведут также хоккеисты «Спартака-98» и «Спартака-2000». Соперники – игроки соответствующих возрастов команды «Прогресс» из удмуртского «Глазова». В чемпионате по футболу лидеры прежние. На футбольном поле дворца молодежи прошли очередные матчи зимнего чемпионата «Мариэл» по футболу. Турнирное положение на 2 февраля. В группе А лидируют «Спартак» и «Спартак-95», правда, играющие вне зачета. Таким образом, на первом месте «Аранеос», набравшие 11 очков. На втором – «Колос Йола», временно третий – футболисты команды «Тарханова». В группе Б на первом промежуточном месте игроки из «Дюшор», набравшие 10 очков. На втором – коллектив «Лидер», на третьем – «Спутник». Сельские спортсмены на старт. В ближайшие выходные на учебно-тренировочной базе корта пройдут зимние сельские игры Республики Мариэл. На протяжении 2 дней пройдут состязания спортивных семей, палеотлонистов, лыжников и шахматистов. Торжественное открытие состоится 2 февраля в 10 часов. Награждение победителей и призеров запланировано в воскресенье на 15:30.